станице Сиверской открыли отдел Краснодарской краевой общественной организации работников и ветеранов правоохранительных органов и силовых структур. Дату открытия специально приурочили ко Дню народного единства. В организацию вошли представители разных национальностей. Это ветераны органов МВД России. Возглавил филиал Курамагомед Магомедов, руководитель отделения краевой общественной организации «Центр культуры народов Дагестана. Единство» в Северском районе. Представители анапского отдела символично передали ему знамя. Представители организации активно участвуют в общественной и благотворительной деятельности, ведут военно-патриотическую работу среди молодежи и оказывают помощь в специальной военной операции.